Я лично никогда не назначаю витаминные препараты. Никогда. Я их не назначаю. А я не назначаю, я же эндоскопист и хирург. Когда для этого есть объективные основания. Иногда, не всегда, но иногда. Но чаще всего назначаются просто полноценные рационы, и все проходит. Витаминные препараты в большинстве своем назначаются в том случае, если у питомца нерациональное питание, то есть натуральное кормление. Диетолог назначает? Витаминные препараты я назначаю, если питомец ест натуральную пищу. Потому что натуральное кормление должно быть очень хорошо сбалансировано. И плюс мы не всегда знаем, какое количество необходимых микро- и макроэлементов содержится в тех или иных овощах, в мясе. Правильное питание, сбалансированное кормление – это одно и то же. Можно говорить правду? Да. Есть, я не знаю, кому принадлежащая фраза, которую я очень люблю. Витамины обогащают мочу и тех, кто их производит. Получается только в одном случае, когда есть недостаточность витаминов. Единственное, что я в этой связи посоветовал бы, это если у вас есть подозрение на определенный гиповитаминоз, то есть не хватает определенного витамина, назначать не комплексный препарат, а конкретно этот витамин для того, чтобы посмотреть, есть реакция на него или нет. Да, в них есть необходимость, то есть если по исследованиям каким-то, по МРТ обычно, есть недостаток тиамина или В1, тогда назначаются препараты. Никто не назначает витаминные препараты, потому что сейчас корма весьма полноценные, и этого не требуется. К терапевту вопрос. Составлением рациона полноценного, именно сбалансированного, занимаются диетологи. Не назначаю их рутинно, на всякий случай. Вот никогда. Но если там, например, хороший корм у животного, то там есть все витамины, и дополнительно назначать не нужно абсолютно. По строгим показаниям. Но есть специфические анализы на содержание витаминов. И витамин D, наверное, самый опасный витамин в этом плане. То есть могут давать рыбий жир, могут давать различные препараты витамина D, потому что зима, солнца нет. Я точно где-то читал, что надо витамин D. Мой сосед дает витамин D, и у него зверю все хорошо. Они его дают. Это жирорастворимый витамин, он накапливается. Накапливаясь, он может влиять на обмен кальция и вызывать отложение кальцификата в почках, либо прямое поражение почек. Острую почечную недостаточность. Стоматолог никогда не назначает витаминные препараты. Это... Какие еще раз? Витамины не назначаешь препараты вообще никакие, да? Да, потому что я анестезиолог. Назначает, я на самом деле не знаю, но мне кажется, что у нас в клинике никто никогда не назначает. Вот в моей практике все сложно, мы конкретно дерматологи их не назначаем. Когда плохое качество шерсти и кожи, я бы не сказала, что это прям чисто витаминные препараты, это больше незаменимые жирные кислоты. Никогда. Я не назначаю витаминных препаратов. Перечень лекарств, которыми пользуется ортопед, включает 3, может быть, 4 препарата всего. И витамины туда совершенно не входят. Потому что передозировка витаминов гораздо опаснее дефицита. И с ней я сталкиваюсь чаще.